Приветствую вас. Давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали. Значит, я Ирина. Очень приятно, Ирина, познакомиться. Мне почти 28 лет. Почему уже примерно 10 лет происходит такой поворот? Скажите, пожалуйста, вот то, что вы назвали свой возраст, да, сказали, что вам 28 лет, это для вас что-то значит? То есть я хочу сказать, что вы придаете вот тому, что вам 28 лет, какое-то значение, или нет? Если придаете, если да, то какое это значение? То есть, что это за значение, если да? Если нет, то тогда вопрос, зачем вы написали об этом? А потом, что вам 28 лет почти. Вот. Дальше. Вы пишете. Значит, 10 лет. Значит, происходит такой поворот. Уходят все мужчины по неизвестным мне причинам. Значит, ситуация заключается в следующем. Мужчины уходят по неизвестным вам причинам, потому что вы, грубо говоря, сейчас, на данный момент, запрещаете себе быть с ними. То есть вы, грубо говоря, вы запрещаете себе близость, вы запрещаете себе, возможность сближаться. Вы запрещаете себе возможность быть счастливой, вероятно, так можно сказать. Конечно, другой вопрос здесь, почему мы запретили это сделать, это делать, точнее, себе. Другой вопрос, почему вы запретили себе быть счастливой в отношениях? Что заставило вас сделать такой выбор, принять такое решение? Это уже другой вопрос. Он требует, безусловно, прояснения. Но то, что вы запретили себе, то у вас есть запрет. Запрет на то, чтобы быть счастливой с мужчинами. Это факт. Однозначный и совершенно неоспоримый факт. Вот. Значит, данный запрет идет от вас. То есть этот запрет ваш собственный. То есть, это запрет, реализованный вами, именно запрет, реализованный вами, но, как бы, данный вам родителями, такая вот не очень приятная история. То есть, либо здесь страх
насчет близости. Либо здесь страх отношений. Либо здесь страх перед мужчинами какой-то, ну, мистический, может быть, страх перед мужчинами. Либо здесь страх перед той же мамой, например, да, или тем же папой, который внушили у вас такое отношение к противоположному полу. Либо здесь неумение вести себя, как, ну, как женщина, да, то есть вы себя не умеете поставить перед мужчиной соответствующим образом. Вы не знаете, какая вы женщина. То есть, ну, просто вот какая вы женщина, вот, вы не знаете. То есть у вас, возможно, нет как раз-таки понимания того, какая вы женщина. И если вы не понимаете, какая вы женщина, если вы не знаете, какая вы женщина, то, соответственно, конечно же, в этом случае будут проблемы в том плане, что, ну, если вы не знаете, какая вы женщина, то проблемы будут в том плане, что вы какого мужчину привлечете к себе тогда. То есть, ну, если вы не знаете, какая вы женщина, то, соответственно, какого мужчину вы можете привлечь, да? Логично, вроде бы, пока что. То есть мы ведем с вами речь сейчас именно о женском поведении, если можно так сказать. И модель женского поведения, она очень важна на самом деле здесь. То есть, если вы знаете, какая вы женщина, если вы представляете себе, какая вы женщина, то проблем у вас, скорее всего, не будет. Никогда. Но если с моделью женского поведения есть проблемы, если с моделью женского поведения есть трудности какие-то, то я могу сказать, что и другие проблемы, остальные проблемы тоже не замедлят дать о себе знать. Вот. Такая вот история. Далее. Важный момент заключается в том еще, что вам необходимо, именно необходимо, значит, увидеть, почему вы не можете мужчину, как я понял, удержать. Вот что не дает вам это сделать. То есть тут, грубо говоря, нужен анализ. Что вы делаете, когда встречаетесь с мужчиной? Что вы делаете, когда общаетесь, о чем вы общаетесь, как себя ведете и так далее.
То есть вся вот эта вот цепочка действий, цепочка движений, цепочка поведения вашего, все это нуждается в регулировании, в корректировке. И если вы все это сделаете, то я полагаю, что как минимум, отношения у вас с мужчинами будут куда более успешными. Ну а как максимум, вы сможете довести отношения до логического конца. То есть, грубо говоря, выйти замуж. Вот. Я думаю так. Я думаю так можно вам ответить на ваш вопрос. То есть пока что, понятно, очень мало. Почему мужчины уходят? Потому что вы что-то делаете не так. Вы как-то поступаете так, как им не нравится. Как именно вы поступаете? Ну, понятное дело, мы не можем знать, потому что нету анализа, нет информации. Вот. Но мы можем это сделать. Мы можем это узнать. Если вы дадите нам все необходимые сведения об этом. Вот. И тогда мы сможем вам помочь, я полагаю. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку, буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!